Still going strong, though, at 39 years old. A pro since 1997, now entering his 20th year as a professional mixed martial artist. I mean, this is great grappling, just using those punches to move himself into the mount position, but he got him. Hey, do me a favor, just sit right here. Victor Pesta is still recovering. Alexei Olenek does it again. Another Ezekiel choke. Ребята, всем привет. Всем привет. Сегодня мы вам покажем один всего прием. Мы не будем сейчас полную тренировку проводить, во всяком случае для вас. Сегодня нам поможет в этом Коля Николай Ковалевич. И я попробую поделиться этим приемом. Я этот прием делал на боях множество раз. Потом даже какие-то эксперты, там, мастера и так далее разбирали его и показывали вам, каким образом я его сделал, как правильно его сделать и так далее. Я видел это не раз, сколько сбрасывали. Вот. Но самое интересное, что правильно я практически никогда не видел, либо видел там один раз из 10, может быть. Хотя они там супер черные пояса какие-то, еще что-то. Показывают и показывают прием. Очень простой, по моему мнению, показывают очень неправильно. Те, кто подумал, что мы будем делать оленьячок, правильно подумали, мы будем делать сегодня Эзекиэль или оленьячок. Это только один прием. Выполняется он в любом положении. Я его буду делать стоя, мы его будем делать стоя, просто чтобы перед вами, чтобы вы это видели. Естественно, не пора. Не-не-не, все уже. Я, кстати, закрыл, да, ключ у меня в кармане глубоко скрыт. Вот, поэтому мы рассматриваем сейчас этот прием. В принципе, все, наверное. Что-то еще хочу сказать. Он делается в любом положении. Стоя, сидя, лежа и так далее. Его можно делать, знаете, мы вот всегда его делаем, когда голова к голове, но его можно наоборот делать. Когда мы лежим, и я лежу на его голове, его ноги в противоположную сторону, мои ноги в противоположную сторону. Не знаю, может быть, покажем позже сегодня. Это как Мосман делает север-юг, когда ноги соперника в разные стороны смотрят, да? Грудь на груди вот друг друга. Вот. Можно его с этого положения делать, абсолютно с любого положения. You speak a lot, but you must look. Watch is better. В общем, вы поняли. Я могу говорить очень долго про него, лучше всего смотреть, и все. Коля минут 15 разминал шею перед этим, сейчас посмотрим, поможет ли. Ребят, нюансы этого приема, то, что должно быть самое-самое важное. Человек, то есть мы здесь как бы плоские, здесь мы идем вширь, да? То есть у меня задача, чтобы я максимально слился с ним. То есть я не был чуть-чуть бочком сюда, еще каким-то образом к нему прислонен был. То есть нам нужно, чтобы мы были максимально плотно. No space before me and my opponent. Второе, что очень-очень важно, что наши шеи должны быть на одном уровне. Неважно, каким образом это достигается. То есть это Штефан Штруве или там Марк Хант. То есть шея здесь. Моя шея должна быть вместе с его шеей. Достигается это таким образом, мне нужно набросить эту петлю ему на шею и либо его к себе наклонить, либо мне к нему подтянуться. Соответственно, если это, например, ниже его, я ручку не добросил, доброшу петлю и буду, закрыл замочек и буду подтягиваться, либо стягивать его к себе, чтобы наши шеи имели общее свободное пространство, наши шеи. Моя шея, смотрите, его шея имеют общее пространство. Общее. Не вот такое. Не, соответственно, не такое. Видите, моя шея, вот, общее пространство у него оказывается здесь. Где у него челюсть, соответственно, там ухо, висок, нос и так далее. Да, наверное, все. Замочек кладется на бицепс максимально плотно. Здесь я стараюсь, чтобы у меня не было вот этих пространств, не вот так, видите, да, то есть максимально ручку доложить плотно. Здесь
я его всегда отталкиваю. Я его отталкиваю либо скула, да, у нас, или как это называется, либо скулой, либо челюстью. То есть разрешено и так толкать, вот сюда, и так толкать. И то, в принципе, разрешено, допустимо. Нельзя в глаз пихать челюстью, например, это запрещено. Ну, много где, почти везде. А толкать сюда разрешено. Мы делаем раз, делаем два. И следующий нюанс, который очень мало кто делает, даже если я указываю несколько раз, вы все хотите сразу задушить человека. Вы используете свое шейное пространство, причем за ухом своим, сюда, покуда полностью кулак не опустился, кисть, и осталось там буквально сантиметр перепрыгнуть на него. Бам, перепрыгнули. Здесь локоть идет немного вверх, не прекращая толкать его, не прекращая давить его. Локоть поднимается чуть вверх, и я своей же вот этой рукой, своей бородой могу начать давить на свою же руку. То есть создавая дополнительное усилие для того, чтобы надавить на шею. Разговариваем мы гораздо дольше, чем его делать. Понятное дело, вы понимаете. То есть раз, раз, раз. Ну я сразу. Ну он просто специально это самое. Показывают, что ему как будто бы это самое. Нет, на самом деле хватает. Смотрите, есть приемы, в принципе, они все называются удушающие. Удушающие почему? Потому что они перекрывают воздух. Но, по моему мнению, наверное, эти все удушающие можно разделить еще на что-то. Есть, по сути, сами удушающие, а есть, не знаю, ущемляющие, что ли. Потому что этот прием терпеть нельзя. Удушающий, когда ты не дышишь, и ты можешь какой-то период времени пробыть без воздуха. 10 секунд, например, 15 человек там, на характере, в пылу, даже боя и так далее, может пробыть без воздуха. Если идет ущемление самого кадыка и так далее, вот он не может терпеть. Я ему сейчас давлю буквально там 5 килограмм, 5-10 килограмм, он уже стучит просто потому, что попадает именно в то место. И таким образом, что он не может... Ну, там не без воздуха. Да, он просто не может. Теперь еще что забыл сказать. Попадаем мы кулаком вот этой частью, треугольником. То есть вот, да, этим углом попадаем группа мышц, то есть кадык, мы попадаем между группой мышц и кадыком вот сюда, ровно посередке. То есть вот таким образом сверху вниз. Вам будет видно, не будет. Вот здесь ровно так сверху вниз. Сейчас у нас будут подниматься гаражные ворота, потому что у нас тут спортзал в интересном месте сделан, но ничего страшного. Пам-пам-пам-пам-пам. Да вроде все сказал. Надо демонстрировать теперь. Я готов. Я просто очень аккуратно сниму, потому что у меня всего один человек. А у меня одна шея. Да, если бы у меня их сидело 5-7 человек, я бы сказал, ой, не получилось, ой. Давай следующего, да. Не рассмотрели. Так как у нас Коля один, приходится с ним нежно. Раз, плотненько. И еще раз плотненько. Прием этот. Вы можете накачать шею, можете ее раскачать до какого угодно там состояния, мышцы там эти, косые, да, как это называется. Все что угодно можете наделать, но вот эта часть не качается. Не качается, мышцы эти растут. Кадык у вас может быть крепенький, если вы борец дали. Давайте я сам открою гараж. Сама эта зона между кадыком и мышцами, она не качается, невозможно накачать вообще. То есть просто одним пальцем легко человек будет стучать и... Ну, либо не стучать, либо терять сознание. Но, в принципе, вот на этом приеме я не видел, чтобы теряли сознание. Есть теряли сознание, когда не дышат. Вот, не дышат, если вы делаете там не супер каким-то образом, делаете гильотину и так далее, то есть человек будет без воздуха, просто закрываться будет воздух. Да, если вы делаете удушающий, обычный, воздух будет закрываться. Но если его делать правильно, этот же прием, то
Коль, побудь без воздуха, там 3 секунды хотя бы. Он не может быть без воздуха, потому что идет не удушение, идет ущемление, то, что я сказал, КДК. То есть при правильном выполнении приемов человек стучит мгновенно, без ничего. Без потерпел, без еще что-нибудь, попытался выкрутиться и так далее. Это если правильно делать. Если неправильно, тогда просто идет перекрытие воздуха, либо полностью, либо там на 90%, на 80%. Он еще чуть-чуть дышит, чуть-чуть защищается, чуть-чуть что-то делает. И иногда бывает, что 5-10 секунд там передергается, перетерпит, еще что, вы начинаете поправлять захваты, либо ослаблять его уже просто от усталости, от сверхнапряжения и так далее. И он в этот момент начинает вылазить. Если правильно прием делать, еще раз, выйти из него невозможно. Из оленьих чока есть одна защита. Каким образом из него можно вылезти? Я его сейчас покажу, ну, когда мы выключим камеру. Вот. Мы сделали приз, это было года 2-3 назад, я объявил приз. В принципе, я это даже показывал на мастер-классах. Я показывал многим людям, как выходить из него. Вот, но никто не востребовал этот приз, не прислал мне правильное видео. Все говорят, нужно там разорвать рукой, вставить бороду, еще что-то. Еще раз, если вы выполнили прием все правильно, вставляй руку куда-нибудь или бороду вставь, попробуй туда. Вот. Все, что вы туда не вставите, все, что вы не попытаетесь сделать, уже будет либо поздно, либо если вы вставите руку, она войдет сама вам туда вместе с вашей рукой, либо. Но выход есть. Это он выход, Коль, смотри, какой. А, выключаем. Ребят, в принципе, все. На сегодня только один прием. Маленький оленьячок. Маленький, который, очень действенный. Который может вас привести к большим делам, даже к бонусам на UFC. Если вы его исполните, я почти уверен, что если кто-то сделает его, получите хороший бонус. Бонус UFC это $50,000. Дерзайте, становитесь лучше. Коля, спасибо большое. Всем спасибо за внимание. За помощь. Я вышел.